Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Влад Воля, и это самый топовый влог. Так вот, ребят, сегодня я беру интервью у русского алкоголика и любителя аниме, который играет на гитаре, Максимус! Наруто! Лежал над нашей зоной! Вот так вот, Наруто летел над вашей зоной. Ну что же, хотелось бы спросить у Максима, когда же вы впервые увидели аниме? Какие были ваши ощущения? Я спою об этом песню. Да, Жигулевская в теме. Я родился в Москве 70. Ладно, это было давно. Но увидел я мультик Наруто, и это был кошмар. Я решил писать об этом грустные песни, чтобы... Споете что-нибудь? Моя любимая. Вы хакаги талант, но противозаконно. Вы хакаги азарт, влияет на здоровье. Вы хакаги и знать, что вот менты подъедут и волю поменять на камеру в браслетах. Вот такая вот картина, волю поменять на камерах в браслетах. Хотелось бы еще поинтересоваться. Я первый раз гитару в руках держу. Хотелось бы вот поинтересоваться, какая ваша самая любимая, самая душевная песня и как вы добились ее? В смысле? Короче, я в общем. Это немножко песня про Китай. Поэтому. Секундочку. Вот так вот алкоголик России. Русский алкоголик. Поехали. Зеленые драконы летят над нашей зоной. И не от нас ни хрена. Зеленые драконы летят над нашей зоной. А нас зеленеет наша трава. Зеленеет наша трава. Зеленые драконы над нашей зоной. Вот такая вот картина в голове у русского алкоголика-любителя аниме. Хотелось бы попросить вас дать совет нашим телезрителям. Возможно, что-то дополнить о себе. О том, как нужно... Что? Как нужно чего-то добиваться. Какой ужас? Вам слово. Нам слово. Нам. Короче. Добивайтесь всего сами. Играйте на гитаре. Вот, парень, сыграй на гитаре. Соло, Владик. Давай. Да-да. Все знакомо, давай. Вы готовы, дети? Да, капитан. А ты на камеру лучше играешь. Да-да. Ладно, максимально. Попрощайтесь с телезрителями, скажите, что алкоголь это вредно, это плохо. Это не алкоголь, на самом деле, это вода, я могу вылить. Ничего не пахнет. Обыкновенная вода, просто бутылку набрали, бутылку они наши соседи попросили. В общем, пить нельзя, курить тоже. За здоровый образ жизни. Подписывайтесь на наш канал. Да, добавляемся в друзья, подписываемся на инстаграмы. Ссылочки будут в описании. Комменты, лайки, включайте уведомления. Да. И самое главное, не скучайте. Пока. Будьте в топе.